В Ханое, где завтра начнется встреча лидеров США и КНДР, приняты беспрецедентные меры безопасности. Северокорейский руководитель Ким Чен Ын уже во вьетнамской столице. Он прибыл утром на бронированном поезде и пересел в такой же автомобиль. В центре города заторы и пробки из-за многочисленных перекрытий. Летит в Ханой и президент США. Самолет Трампа должен приземлиться сегодня вечером. Ранее глава Белого дома заявил, что предстоящая встреча, по его мнению, будет потрясающей. Это уже второй саммит двух лидеров. В июле прошлого года они подписали совместный документ, в котором Пхеньян обязался освободить корейский полуостров от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.